Всем привет! Вы на канале Funny Yorkshire Terrier. И сегодня я хочу вам рассказать историю о том, как у меня появилась Фанни. Покупка Йорка – это мечта моя где-то с 11 лет. Но в детстве я не могла себе этого позволить. Лет 10 назад я загорелась покупкой такой собаки. Но в тот момент я не могла ее купить, так как занималась школьным спортом, очень много времени проводила в клубе и не смогла бы должного внимания уделить собаке. Поэтому я не стала ее покупать, но увлеклась изготовлением бантиков для собаки. И даже несколько сделала. Они у меня сохранились до сих пор. И в каком-нибудь видео я вам их покажу. Когда я захотела купить собаку 2 года назад, я стала искать заводчиков, которые продают собак с метрикой и документами, которые впоследствии можно будет поменять на родословную. Но в Литве таких заводчиков я не находила, чтобы что-то мне сильно понравилось. Пересматривала разные клубы, но ничего мне не нравилось. Вначале я хотела мини-йорка, но потом, когда прочитала, что эти собачки очень болезненные, часто ломают лапки, что за ними нужен очень сильный присмотр, и надолго их нельзя оставлять, я отказалась от этой идеи и решила купить стандартную собачку, стала искать таких заводчиков. Мне очень понравились заводчицы с Москвы. Она занималась и мини-йорками, и микро-йорками, и мелким стандартом, и обыкновенным. Мы с ней списались и договорились, что я заберу у нее собаку летом. Но у меня так сложилось, что умерла зимой моя тетя, и я собаку в тот момент не могла забрать. И я решила отложить до зимы. Когда я с ней списалась зимой, она мне, хотя я писала, что лето не смогу забрать, зимой отказала, так как зимой очень много покупают собак, и все они расписаны, и привезти собаку в аэропорт она не может. А изначально летом обещала, что со мной пройдет ветконтроль, так как для меня это было бы впервые, чтобы все было хорошо, и мы счастливо бы уехали домой. Но не сложилось у нас так. Дома у меня узнали, что я хочу собаку везти из Москвы, меня стали отговаривать. И я сама себе задала вопрос, хочу ли я участвовать с собакой в выставке. Стала про это читать и поняла, что это лишний стресс. Тем более мне хотелось Йорку делать разные прически, разные стрижки, чтобы ее стригли. Поэтому я отказалась от того, что хочу участвовать в выставках. Так как собака, которая участвует в выставке, ее не стригут и растят длинные волосы собаки. С такими волосами собаке трудно ходить. Поэтому при покупке щенка всегда надо задать вопрос, для какой цели вам? Для разведения или выставки, или просто друг? Потому что если просто друг, эта собачка более дешевая, но не факт, что она хуже. Она может быть намного лучше другом, чем собака с документами. Но даже у собаки с документами бывают всякие нюансы. Собака может вырасти больше стандарта и может быть болезненная. У некоторых моих знакомых вот были такие случаи. Даже собака с хорошей родословной от хороших родителей имеет проблемы с печенью. И хозяйка ее постоянно лечит, чтобы собака жила, а не ушла на радугу. Ну и я стала искать собаку в Вильнюсе. Вначале я нашла в октябре собаку в Каунасе. Уж девушки были 2 щенка, мальчик и девочка. Мне они понравились, я с ней списалась, но она хотела задаток, и задаток был очень большой. А мне моя знакомая, которая занималась разведением собаки, сказала, что это может быть, что я дам задаток и останусь без собаки. Лучше этого не делать. Я решила еще подождать и начать искать собаку, когда я уже точно смогу ее забрать. И начала поиски в январе. В январе я нашла 2 собак. Одна была в Шауляй за 400 евро со всеми документами, а вторая в Кедайне. В Шауляй меня напоило то, что собака была девочкой, у нее были все документы, она была чипированная, ей было 4 месяца и стоила она всего 400 евро. А обычно собака с документами стоит от 800 до 1200 евро. И я стала рассматривать другую из Кедайне. Тем более мне она очень сильно понравилась. Я списалась с женщиной, и она сказала, что вот не будет ее оставлять тоже без задатка. Но задаток они просили небольшой, 25 евро. Я их могла, конечно, заплатить, но я не стала. Решила, как будет, так будет. Останется собака, значит, я ее заберу, и это моя судьба. А не останется, нет.
Мне еще пришлось ждать неделю, так как у нас после ремонта собирали шкаф, и мы могли после этого только забрать, чтобы щенок не испугался чужих людей, когда будут собирать шкаф. И вот спустя неделю я позвонила, и собаку никто не забрал. Но я поняла, что это моя судьба. Мы поехали с сестрой в Кидань, и я ее оттуда привезла. Я ни на минутку не жалею, что выбрала именно Фанни. У нее вес немножко больше стандарта, но врач говорит из-за того, что у нее крупная кость. Да, она болезненная, и нам часто приходится обращаться к ветеринару. Но хотя бы мы знаем, что и как лечить, и можем избежать неприятных случаев. У нее была генетическая травма, из-за которой ей нельзя быть мамой, но я об этом тоже не жалею. Для меня прежде всего главное Фанни, а не какие-то в проекте несбыточные щенки. Я очень люблю Фанни, и мне очень важно ее здоровье, и хочу сделать ее жизнь интереснее, чтобы хорошо ей было, и всегда думаю о ней. Может быть, вы меня раскритикуете и скажете, что это неправильно. Но когда вы берете живое существо в дом, вы должны понимать, что ваша жизнь не будет никогда прежней. Она изменится. И что вам придется отдавать любовь, заботу и внимание своему четвероногому другу, который вам верит и любит просто так, за то, что вы есть. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто не подписался, и ставьте нам лайки.